Всем здравствуйте! 22-летний Арсений Шульгин вместе со своей супругой Лианой в прошлом месяце отправились отдыхать в Арабские Эмираты. С собой они взяли свою 3-месячную дочь Селин. Кроме этого, к молодой семье присоединились родители Лианы и Арсения. Арсений опубликовал видео с отдыха в Дубае в разделе «Сторис» своего микроблога в Instagram. Сын Валерии проводил время на яхте. Во время плавания в море он неудачно прыгнул с борта судна. Теперь Арсений посещает мануального терапевта, чтобы избавиться от зажимов в шее и спине. «Я захлестнул ноги назад, и теперь болит поясница. И то же самое у всех, кто нырял в тот день. Короче, если не умеете нырять с высоты, то лучше поберегите свою спину», – написал Шульгин. Несколько недель назад невестка певицы Валерии потеряла сознание. Лиана в своем микроблоге в Instagram показала забинтованную руку и рассказала, что с ней случилось. Утром в субботу, 10 апреля, ей стало плохо, и она упала в обморок. Когда супруге Арсения стало лучше, она обратилась в поликлинику. Врачи провели осмотр и выяснили, что у Лианы анемия и железодефицит. Ей поставили капельницу. На следующий день после обморока невестки Валерии снова было плохо. Спустя несколько дней Лиане стало лучше. Она отметила, что ее супруг Арсений Шульгин поддерживал ее и сделал ей сюрприз. Он привез домой фрукты в шоколаде, а также букет цветов. Напомним, что Арсений сделал предложение Лиане летом прошлого года. Сын Валерии решил запечатлеть тот день. Он снял все на скрытую камеру. Шульгин встал на одно колено перед избранницей. Когда Арсений сделал предложение, она расплакалась. По ее словам, возлюбленный пригласил ее на обычное свидание, и она даже не догадывалась, как оно закончится. В августе 2020 года пара расписалась и сыграла свадьбу. Валерия поделилась в своем микроблоге, что у ее сына начинается новый серьезный этап в жизни. Через 5 месяцев, 1 января 2021 года, у молодоженов родилась дочь, которую назвали Селин. Арсений присутствовал на родах жены и поддерживал ее. Сын певицы поделился, что ему было сложно смотреть, как его молодая супруга мучается от болезненных схваток. Для того, чтобы облегчить боль, Лиана принимала теплую ванну с гидромассажем. После того, как роды завершились и на свет появилась долгожданная дочка, Шульгин опубликовал фотографию новорожденной. Он поздравил жену с появлением дочери под фотографией, сделанной в роддоме. А у нас на этом все. Спасибо, что были с нами. Ставьте лайки, комментируйте, подписывайтесь на канал. Всем пока-пока!